Радий представити нашого гостя, директора громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайла Золотухіна. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Також ви заступник голови експертної громадської ради при міському конкломі. Тому, як бачимо, людина, яка розбирається в усіх цих колізіях, юридичних, фактичних, по суті. Проблема виникла наступна. Те, що буквально за останній тиждень в соціальних мережах, на новинних сайтах з'явилася інформація, що миколаївці мають можливість повернути гроші за послуги ЖКГ. В першу чергу питання, як таке можливо, і я так розумію, що вже є приклад. Ну, я можу сказати, да, це був наш пост. Фонд розвитку міста Миколаєва виграв затяжну судову тяжбу з Миколаївським горосполкомом. Ще в апрелі, 17 апреля, було 3 роки назад, рішення госполкому 3-4-3-4-4 були прийняті тарифи на содержання домов придомової території. Без консультации с общественностью, без размещения на официальном сайте. Мы выиграли сначала Центральный районный суд, потом проигрыш был в Одесском апелляционном суде, потом 17 июля этого года вышло решение Высшего административного суда, которым отменили решение апелляционного суда, вступило в силу решение Центрального районного суда. В общем, если коротко, то отменилось решение горосполкома 3-4-4 и 3-4-3. А раз так, то значит каждый житель имеет право обратиться в свой ЖЭК с заявлением, со ссылкой на решение Высшего административного суда от 18 июля этого года. Есть длинный номер, есть форма заявления с требованием сделать перерасчет. Получается, что примерно год между решениями исполкома есть возможность получить именно ту самую разницу. Ну, я не означаю, что будет выделены деньги и вернуть деньги. Нет, просто это перерасчет. Да, скажем так, работает наша общественная приемная. Мы можем оказать консультацию, как это делать. Но, в принципе, это форма заявления в свободной форме. Прошу на выполнение решения Высшего административного суда об отмене решения. Ну, там есть. Да, как раз это решение Николаевского горосполкома про коригування тарифов на послуги отримання будинків і споруд на прибудинкових територіях номер 344 від 17.04.14 року. Тому, як бачите, є тепер можливість скоригувати. За весь період із 14 до 17 чи тільки за останній рік? Там, виходить, було прийнято рішення майже через рік другого горосполкома перекоригування, і по великому рахунку за этот период как раз почти год там выходит. Но это обязаны сделать ЖЭКи вместе с горосполкомом. Мы говорим сейчас о всех жителях Николаева, то есть каждый имеет право, правильно? Да, житель, который проживает и многоквартирным, это 100%, в частном секторе это спорно может быть, но жители многоквартирных домов это касается 100%. Да, в свое время при поддержке фонда возрождения мы тогда давали рекомендацию горосполкома как ресурсный центр местной демократии, что нужно соблюдать процедуру открытости и прозрачности. Но тогдашний городской голова Гарнатур Юрий Исаевич игнорировал злостно это решение. Да, за 2 дня было принято без обсуждения. И это хороший является прецедентом при определении любых тарифов. Что на пассажирские перевезения, что на ЖКХ. В любом случае решение, проект решения должен быть размещен на официальном сайте горсовета, должен быть 20-дневный срок рассмотрения и обсуждение, слушание, либо другая форма обсуждения. Если мы говорим о самой процедуре перерасчета, да, вот люди, которые нас сейчас смотрят, что поэтапно, да, если делать такую вот инструкцию, что им нужно делать, в первую очередь, где писать заявление, кому его отдавать, сколько периода ждать, когда будет перерасчет и так далее? Перерасчет, это заявление пишется на имя директора там, ЖЭК, который вас обслуживается, и они обязаны перед течением месяца сделать этот перерасчет. Если не получается, тогда к нам обращаться, наш телефон 47-38-79, Севастопольская 15-3, это работает общественная приемная, фонд развития города Николая, каждый вторник и четверг с 10 до 5. Лучше, конечно, предварительная запись 47-38-79, чтобы наши юристы помогли
если не получается. То, что мы прекрасно понимаем, что ЖЭК и горосполком будет в небольшом восторге этой процедуры. Прецедентов пока что еще не было. Там был, скажем так, в 2014 году, когда прибыло решение, мы с большим трудом, как там, не так было много желающих, кто согласился идти в суд. И поэтому мы пошли в суд как общественная организация. То есть, да, к нам обратились жильцы приемно, и мы, ссылаясь, как что мы защищаем интересы там, 20 жильцов, мы пошли в суд. А если мы говорим, да, о возвращении, точнее, перерасчете, есть уже сейчас конкретные примеры, дома, люди, которые уже получили этот перерасчет? Пока что еще таких прецедентов нет. Я же говорю, что пока это все в руках самих потребителей. Поэтому, мы не можем... друзья, да, сегодня мы как раз вам об этом и говорим, что если у вас есть желание, оно должно возникнуть, я думаю, как у любого нормального человека, все-таки, чтобы перерасчет был, и, соответственно, этот перерасчет будет учитан уже в следующие ваши платежи, будет, соответственно, меньше сумма. Я думаю, что сэкономить – святое дело, тем более, что в наше время. Я думаю, деньги не лишние никому. Поэтому у вас, если алгоритм, говорим, идем в ЖЭК, пишем заявление о перерасчете, ссылаемся на то, что уже был выигран суд, что отменено відмінено рішення Миколаївського горисполкому про коригування тарифів на послуги з отриманням будинків і споруд та прибудинкових територій від 17.04.2014. Можете, якщо в Ютубі наш ролик ще раз переглянути, ми напишемо всі коментарі, все підпишемо для того, щоб допомогти вам правильно скоригувати цю заяву. Поэтому, як видим, на самом деле, общественные организации на сегодняшний день решают вот такие проблемы. Я надеюсь, что их будет меньше, но если возникает, спасибо большое, что вы этим занимаетесь, берете на себя эту силу и вот на протяжении многих лет уже боролись за то, чтобы николаевцы имели возможность сейчас получить перерасчет.